Идем, дорогие друзья, на почту. Тайсон, привет! Ты че улегся? Ух ты, чудо мое! Идем на почту, там пришли несколько посылок нам забрать. Да, Тайсон? Тайсон, ты че так, как будто это шпионишь? Да? Ладно, идем. Всем добрый день, дорогие друзья. Я сходила на почту, забрала посылки от любимого Василька. И тут еще одна рукодельная посылка. Ее сможете увидеть на канале Блог Рукодельный. Ссылочка будет в описании. Я после шапки, поэтому, извините, зашла в магазин. Сегодня у нас привезли опять свиные ножки, печень, почки и лытки. Тут полный пакет лыток еще. И я это все купила. Вот столько. Хочу опять холодец сварить. Да мы и к Новому году хотим холодца еще наварить. Поэтому вот так вот набрала опять мясо. Ну, скажешь, ну опять у Тарантина деньги появились, она мясо опять набрала. Да, ребят, набрала мясо. Дальше две булки белого купила. Две белого и 2 литра молока. Все мои покупки. Также на почте я оплатила наконец-то налоги. Знаете, вот что меня бесит? Вот тут всего на 5 детей налогов. На каждого ребенка по 2 листочка. А получается, платим мы за каждый листок налогов. Вот у меня тут их было 9 штук. За 9 штук я комиссию заплатила за каждый листок по 35 рублей. Это почти 350 рублей. 365 рублей. Фу. 325 рублей, получается, я оплатила комиссию и налог. Вышло у меня 1100 рублей. 1100 с чем-то, почти 1200. А так бы я заплатила 700 с копеечками за налоги. Также у меня сегодня пришла посылочка рукодельная. Ее вы увидите на канале Влог Рукодельниц. Девочки, кто меня смотрит, кто ждал эту посылку, очень многие ждали, потому что это очень многих заказы. Приходите завтра, забирайте. Сегодня уже не успею. Сегодня только заснять успею. А завтра же приходите, забирайте свои заказы. Или пишите, звоните мне, я, может, где-то, если рядом кто живет, донести могу. Ну, вот в целом, вот такой вот день у нас сегодня. Хочу сегодня еще купить кефир, пожарить деткам оладушки. Что-то не знаю, что готовить. Егор, вы хотите оладушки? Со сгущенкой или с вареньем? Как хочешь. Ну, хорошо. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у нас сегодня день. Вы немного видели, я сегодня, честно говоря, ничего не снимала. Не было в магазине, я пойду в садик и посмотрю там по пути, может, кефир будет. Сейчас я буду снимать распаковку Василька, если вам интересно, оставайтесь со мной. Так, всем еще раз привет, у меня пришел от Василька вот такой большой мешок. Сейчас я вам раскрою и покажу, что же там. Вот такой большой мешок. Кстати, от Василька новое покрывало. Как оно вам? Смотрите, как шикарно смотрится на диване. Пишите. Сейчас распакую мешок и покажу, что там пришло. Так, дорогие мои друзья, распаковала я. Сейчас покажу, что вообще у меня здесь есть. Первое, что у меня здесь есть, это я вот такие вот носочки заказала с помпончиками интересными. Сейчас мы их все распакуем и посмотрим, какие они там. Надо было распаковать, да, сразу. Каждую посылочку. Но сейчас распакую и покажу. Вот такие вот, ребята, носочки. Вот с такими вот помпончиками. Тут вот такие вот розовые, беленькие, синенькие, серенькие, бордовенькие. Очень классные носочки. Так. Лиана, 7-9 лет. Очень понравились. Взяла. Дальше заказала вот такую вот мужскую футболку для Егорки. Сейчас покажу, какая она будет. Так, дорогие друзья, вот такая вот футболочка от Василька, 48 размер, с надписями. Егор, смотрите, нравится такая футболка? По качеству очень мне даже нравится. Шовчики все ровненькие. И рисунок модный. Пишите, как вам. Также заказала майка, трусы для девочек на 8 лет. Вот такой у ее расцветочки.
Сейчас распакуем хорошенечко и покажу вам. Вот такая вот маечка очень красивая, с рюшечками. Тут даже бусинков сделано. Ну, очень красивая, нежная. И вот такие вот плавочки. Это я заказывала для Оксеньки в школу. Должно быть, мне кажется, ей вообще суперски. Расцветка очень красивая. И сами такие тоже классненькие. Ниточки тут лишние лежат. Ну, вот с такими рюшечками красивыми. Очень красивый наборчик. Дальше заказала наволочку ретро и наволочку с кактусами. Сейчас я вам распечатаю их и покажу. Так, дорогие друзья, вот такие вот две наволочки. Одна с кактусами. Такая вот красивая. А вторая ретро. Такая вот Нью-Йорк или что это. Кто знает, напишите. Вот такая вот. Для чего я эту наволочку заказала? А сейчас я вам даже недолго думаю и покажу. Заказала я вот такую вот подушку сыну Егорушке, потому что он просил поменять ему подушку. Золотое Рено. Такая вот очень хорошая, качественная подушка. И под нее сразу наволочку мы заказали. Подушка очень мягкая и прошита, кстати, очень хорошо. Не буду доставать, сейчас так прям Егорушке и отдам. Вот с этой вот наволочкой, мне кажется, будет смотреться вообще классно. Напишите, как вам. Так, дальше что я заказала? Дальше носки. Сейчас распакую и покажу, с какими надписями. Так, распаковала. Первые носочки. Сак Маедик. Дело ваше. Движняк. Назаре. И бесишска. Ну, там, видать, продолжение не напечатали, да? Ну, вот такие вот носочки. Детям моим понравились надписи. Они мне попросили, если будут заказывать еще такие. Вот заказала опять носочки. Дальше, что я заказала? Это для Ильи костюм. Ну, такой утепленный под одежду, чтобы одевать. Сейчас распакую и покажу, какой он. Так, вот такой вот, ребята, костюм темно-зеленого цвета. Не было, мы хотели синий, но синего не было. Он идет внизу на резиночках. Внутри он такой утепленный. Это вниз одевается, 48 размер. Вот такие вот штаники. А вот перед. Вот перед, ну, потому что тут вот кармашек. Вот такие вот штаны. И вот такая вот кофта. Ворот у него такой полуовал. Тоже на резиночках. Утепленный, очень хороший костюмчик. Я очень надеюсь, что ему подойдет. 48 размер. Вот на днях пойду ему передавать через автобус пакет туда. А передать с его постиранной одежды. И вот как раз отправлю ему этот костюмчик. Костюмчик мне, кстати, очень понравился. Так, следующее, что я распакую, это вот такой пакетик. Давайте вместе с вами. Опа! И посмотрим, что же у нас здесь. Ну, первое, это шортики для сыночка маленького в садик. У нас шортиков не хватает, поэтому вот такие вот шортики я ему заказала. Очень красивый принт с медвежонком на завязочках. Очень хорошего качества, на 4 годика. Шорты классные. Цены я потом вместе с фотками вам покажу. Также имеется два кармашка. Вот такие вот кармашечки. Очень хорошенькие. Дальше. Заказала ванечки для садика. Укложим пока вот так вот. Маечка с трусиками. Вот такой вот ярко-желтый. С такой, с машинкой. Трусики хорошо прошиты, качественно. Подклад все имеется, как у больших мужчин. Вот такой вот у меня будет комплектик. На 4 годика. Очень хороший качество. Но вот эта фирма мне понравилась, поэтому не первый раз уже заказываю. Дальше вот такой вот у нас уже был. Нынче заказала еще один. Ванечке он очень нравится. С жирафиком. Я не знаю почему, но ему жирафик почему-то нравится. И вот такие же трусики. Вот такой комплектик. Тоже сынулечки в садик. Дальше. На 124, размер 116. Это Мариночки, значит, уже заказала.
Вот такие вот тоже маечка с трусиками, как предыдущие вот голубенькие. Вот здесь вот у меня лежат. Вот такой же голубенький, только это Оксане, а вот это вот Маришеньки. Плавочки тоже, кстати, на плавочках такая маленькая-маленькая бусинка. Очень красивый комплектик. Нежный такой ткань, такие рюшечки красивые, вообще классные. Дальше еще один. На 122, опять, наверное, на Оксану. Сейчас посмотрим, да нет, хотя, скорее всего, на Мариночку тоже. Я брала разные размеры, чтобы наверняка не ошибиться в размерах. Да, многие мне пишут, что я неправильно размеры. Но потому что у Василька есть такая иногда вероятность, что может быть маломерка одежда. Лучше взять побольше, чем поменьше. Побольше хоть на вырост останется. Ну, а такой расцветка вот еще комплектик. Также еще один комплектик на 116. Тоже такой же расцветочки. Очень красивые, мне очень не понравились. Поэтому взяла своим деткам. Вот такой вот комплектик. Ярко такой желтый на телефоне, он как-то не так показывает. Дальше. Взяла для Ванюшеньки костюмчик в садик. Почему-то он, когда подошел, увидел, говорит. Я говорю, что ры? Он говорит, вот это вот показывает на картинку. Это костюмчик был с тигром, с таким. На шортиках тоже тигренок. Очень красивый. И вот такая вот футболочка. Тоже. Размер у нее на 4 года, по-моему. А, на 104 ростовка. Ну, вот такой вот костюм. По качеству мне очень даже понравилось. Слушайте, вот сколько беру, никогда вот эти вот рисунки не стираются. Мне вот пока нравится. Пока могу рекомендовать. Дальше. Еще один комплектик. Маечка с трусиками. Ваня уже более потеплее. Вот такой вот расцветки. Тоже Ванюшеньке очень сильно понравился. Поэтому взяли. Еще один комплектик в садик. Тоже для Ванечки с акулами. Рыбка, говорит. Он у нас почему-то любит выбирать сам себе одежду. И вот он показывал, какие те я и ложила. Если размер есть и вон. Ну, вот такие вот тоже на 4 года. Дальше, ребята, сейчас мы посмотрим, что же я заказала дальше. Дальше я заказала два разных одеяла. Одеяло это детские для маленьких. Я заказала, чтобы... Сейчас скажу даже размер. Так, одеяло караван 100 на 140. Верблюжья шерсть, полиэфирное волокно. А это у нас... Тоже одеяло луговые травы 100 на 140. Вот такие вот два одеяла. Сейчас распакую и покажу вам. Так, дорогие друзья, распаковала я оба одеяла. Да, это детские. Я одно заказала для Ванюши, другое заказала для Марины, потому что они под большими теряются, им на маленькие. Это зимние, тоненькие такие, ну не сильно тоненькие, но хорошие одеялки. Простеганные, все по качеству мне очень даже понравились. Вот такие вот два одеяла. К этим одеялам я также заказала два разных пододеяльника. Потому что у меня маленьких пододеяльников что-то не стало. Вот такой вот пододеяльник. Бяси размер 110 на 150. И вот такой вот. Сейчас я их распакую и покажу вам. Вот такие два, ребята, пододеяльник. Один с гномиками. Это для Ванюшеньки. Очень красивый рисунок. Давайте вот так вот уберу. Вот такой вот принт, гномики. Качественно очень шито. Мне очень понравились эти пододеяльники. Очень красивые. И вот такой второй вот с принцессками для Мариночки. Вот так вот покажу вам. Вот такой вот красивый принт. Марина сама выбирала себе. Вот такие вот. Сейчас сразу одену и потом покажу, что у меня получилось. Также, ребята, я заказала тканюшки, но вот неправильно положила, но уж извините, вы понимаете, какой это рисунок. Вот такая вот тканюшка мне пришла, сегодня уже отнесу, она 1,5 метра шириной и на 2 метра, вот такие вот, вот такая вот расцветочка. Потом дальше, вот такие вот слонятки, очень красивые, нежные, такая для девочек. Меня попросили, я заказала. Потом дальше, вот такая вот, тоже с принцессами. Вот как у нас пододеяльник, такой же расцветки. И вот такая вот для мальчика больше подойдет, да? Вот такая вот красивая тканюшка. Вот.
Вот такие вот еще 4 тканюшки у меня пришли. Вот такой вот весь у меня был заказ. Если вам понравилось, не забывайте подписаться на наш канал и поставить нам лайк. Ну, сейчас я одену на одеяло под одеяльник. И... Все, ребят, одела я под одеяльники на одеяло. Очень хорошо подошли эти под одеяльники, поэтому могу рекомендовать. Прям по размеру. Вот такая вот у меня была распаковка. Очень много интересных товаров пришло. Если кому понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и всем пока-пока!